Кстати, полиция нашей области регулярно фиксирует факты, так сказать, дистанционного мошенничества. Причем жулики очень тщательно к разговору готовятся. Например, могут обратиться к вам по имени-отчеству и представить какие-то ваши банковские данные в доказательство. И что делать в таком случае, расскажет начальник отдела по борьбе с мошенничествами. Прекратить разговор с преступником. Второе, если вы сомневаетесь о том, что ваши деньги могут быть действительно похищены, позвоните на горячую линию той или иной банковской организации, клиентом которой вы являетесь. Позвоните на телефон 112. Преступники в своих схемах действуют очень настойчиво и уверенно. Они тренируются перед тем, как позвонить вам. Поэтому будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников.